Владивосток стал местом действия фильма. Снимают криминальную комедию о Миллионке, самом загадочном и легендарном районе города. Работа идет полным ходом. Техническая группа внимательно следит за процессом. Важно не допустить ошибок сейчас, ведь далеко не все можно исправить на монтаже. Стоп! Локациями фильма стали не только дворы Миллионки. Герои посещают и другие памятные места города. Авторы картины – местные. Молодые режиссеры Данил Гончаров и Юлия Щербакова живут и работают во Владивостоке. И это уже не первая их картина про город. Например, драма «Пей сидр лао» вошла в приморский киноальманах «Шорты». Теперь у тебя нет времени, и ты все забыл. Ты зароешь ее здесь, на Ладыгинской сопке, лицом на Чуркин. Это криминальная комедия, называется «Квартал дракона», короткий метр, такая авантюрно-приключенческая история. Это дело происходит в современности, на Миллионке, вот в том самом квартале Владивостока историческом. И, в общем-то, не хочется спойлерить раньше времени, но она будет динамичная. Там будут интересные, не совсем ожиданные такие персонажи. И вот как-то такую делаем зрительскую, понятную широкой аудитории историю, аттракцион. Фильм про самый загадочный квартал Владивостока получил поддержку от администрации города и Центра развития кинематографа. Основным условием было создать такую картину, которая сформирует у зрителя положительный образ столицы Дальнего Востока. Ну, фильм проводится в рамках проекта, сделанного в Владивостоке. Это был проведен питчинг проектов короткометражных фильмов, который финансируется, да, при участии, ну, финансируется администрацией города Владивосток. И, в общем-то, мы с Юлей приняли участие, написали сценарий, приготовили презентацию и стали одними из 5 победителей. И наш фильм получил поддержку таким образом. Работа над фильмом продлится до конца августа. Планируется, что премьерный показ состоится в программе, сделанного во Владивостоке на международном кинофестивале «Меридианы Тихого». Олег Завьялов, Василий Тихонов. Новости на Восьмом.